В рамках реализации проекта «Школа грамотного потребителя» партийцы приняли участие во встрече жителей Внесок с руководством Одинцовской теплосети. Жители поселка отказались платить по счетам, сумма которых, по их мнению, была завышена в разы. Чтобы разобраться в непростой ситуации, директор Одинцовской теплосети Сергей Михеев принял решение встретиться с активом каждого из 32 домов поселка и сверить данные платежных документов с реальным потреблением ресурсов. Одинцовские единороссы держат вопрос на контроле.